Всем привет! Мы находимся сейчас в отеле Гранд Ротана. Ну, я вот обещал показать обзор пляжа. Сейчас 6 утра, пока все спят. Давайте быстро пробежимся и посмотрим, какая здесь красота, чтобы вы примерно представление имели, как здесь что расположено. Итак, поехали! Вот это самый край, начнем с него. Это вот если спиной к морю стоять, вот с левого края и начнем. Это уже соседский понтон пошел. Вот начнем. Смотрите, какие лианы. Очень красиво разрослись. Вообще такое место шикарное. И пойдем сейчас по променаду. Променад здесь очень красивый, здесь можно прогуливаться. Ну, конечно, не в обед, потому что тут просто расплавишься. Пальмы вон банановые, вижу, растут. Первые этажи очень красивые, с видом на пальмы, на какие-то цветы красивые. Цветы здесь просто обалденные, шалеть. Их постоянно подстригают, выравнивают. Но мы же пришли на пляж, в принципе, про цветы потом. Давайте я сейчас спущусь немножко. И быстренько-быстренько мы это дело осмотрим. Вот первый понтон. Этот понтон относится к дайвинг-центру. Ну, в принципе, здесь плавать тоже можно. Такой плавающий понтон. Ангара видна. Красиво. Смотрите, какие зонтики. Зонтики, конечно, сделаны со вкусом. Интересные такие. Не знаю, это, наверное, старые пальмы срезаны так кольцами. И все в зелени. Вы отдыхаете, вы загораете, вы прямо вот в зелени. У каждого свой укромный уголок. По сути, тут можно найти места, где вообще вы будете закрыты, защищены. Видите, все сделано по-разному. По сути, ничего не повторяется никогда. Душевая с моря, когда выйдете, сразу обдаться. Сейчас спустимся к дайвинг-центру. Ну и вот, каскадно все сделано, смотрите. Можно сказать, у каждого свой укромный уголок. У каждого своя территория. И вот есть такой на несколько семей. Ну все настолько разбросано и интересно, что толпой особо никто не собирается здесь. Вот дайвинг-центр. Пока спят, не работают. И вот такой плавучий понтон у них. Красный флаг. Море тихое. Ну, красный флаг они всегда вешают, когда они не работают. Как только начинают работать, вывешивают желтый флаг. Когда море очень волнуется, конечно, этот понтон прям аж плавает весь, там, наверное, не устоять. Мы, кстати, на нем почему-то за весь отдых еще ни разу не были. Надо сегодня будет сходить. И вот так сейчас прогуляемся вдоль набережной. Набережная очень большая, очень. Кучу людей не видел. В принципе, отель и так заселен слабенько. Но тут даже при полной заселенности, я думаю, слишком много людей, толпы не будет точно. Это уже бар пошел, он работает со 2 августа, в период пандемии 2020 года. Вон еще душевая. И вот так все сделано в разнообразном стиле. В баре можно заказать бесплатно напитки, пиво, Пепси, 7-Up. Вот, давайте сразу покажу, какие здесь берега. Вон рыбки уже плавают, не спится им. Вот это центральный понтон, второй по счету.
Он, честно говоря, самый, наверное, удачный. У него и риф самый интересный. И он открыт. Вот там дальше третий, он закрыт. Ну, мы туда лазим. Нас особо никто не гоняет. Ну, большого смысла нет. Они, кстати, сделаны в одном стиле. Так, вот здесь, по идее, должны в обед, в нормальный период, не в период пандемии, а в нормальное время. Тут какие-то, наверное, как пиццы, гамбургеры должны быть. Ну, сейчас так немножко все это урезано. Ну, никто голодным не остался. Дают ланчбоксы на баре. Я не знаю, как в этом. Мы брали в баре, который находится возле бассейна. И вот все в цветах. Смотрите, какие цветы. Для фоток, для фотосессий, конечно, места здесь предостаточно. Так что берите запасные карты памяти. Ну, вот бар сейчас закрыт. Вот здесь все работает. С 10 часов, по-моему, или с 10.30. И вот мы уже приблизили... А, здесь детский такой центр. Смотрите, для деток езди побалдеть, для маленьких. Я, честно говоря, не видел, чтобы тут прям дети находились. Ну, я имею в виду с аниматорами. Аниматоров целых две штуки. Мальчик, девочка. Поэтому все, я говорю, урезано, скромно, но работает. Потому что многие отели так и не открылись. Вообще, мы брали путевку в отель Reef Oasis Blue Bay. Ну вот, буквально за неделю до отъезда нам сказали, что он не будет работать. Еще не откроется. Там душевая. Давайте я ее покажу. Душевая. И вот виды, смотрите. Вот здесь такой уже более цивильный туалетик и душ. Так что после моря можно обдаться. Уже музыку врубили, уже первые ласточки пришли. Сейчас выйдем на понтон, посмотрим. Это анимация, кстати. Здесь под пальмами тень. Тоже удобное место. Понтон очень короткий, метров, наверное, 30, не больше. Вон красный флаг висит, потому что еще свистун не пришел на работу. Это не зависит от того, какое море. Как он приходит, он вешает сразу желтый флаг. Вот это с моря вид. Народ подтягивается, молодцы. Или жабочат. Такие у нас стекла, правда, замызганные, ничего не видно, а видно немножко. И вот давайте покажу риф сверху сразу. Это центральный понтон у нас, очень красиво. Здесь, кстати, два места, где можно прыгать. Здесь очень глубоко, и народ с разбега ныряет, это разрешается делать. Здесь стоит наблюдатель, свистун, он следит за тем, чтобы друг другу на голову не прыгали. И вон дальше опять риф. Рифы очень красивые здесь. Здесь, кстати, по вечерам иногда подсветка горит, но не всегда. Сейчас пойдем дальше, погуляемся. Дальше пляж будет отличаться. Он везде очень разнообразный, повторюсь. Поэтому тут не соскучитесь. Можно каждый день находиться как будто на новом пляже. Здесь постоянно есть смотрящий, который поправляет, подает шезлонги, встряхивает их, ленточки перевязывают, что шезлонг чистый, свободный, обрабатывают, дезинфицируют. Вот смотрите,
пошли дальше. Видите уже, какие навесы пошли. Это все бесплатно, кстати. Все эти шатры, навесы. И вот пока гуляете, тут просто загляденье одно. Глаз радуется, отдыхает. Вот мы любим на таких шатрах позагорать. Это для массажа. Но массажистов я тут, кстати, не видел. И вот здесь, кстати, отличная зона для фотосессии. Ее почти никто не знает. Сюда никто не доходит. Жена буквально случайно ее тут увидела, когда от безделья тут бродила. Но спуск перегорожен. Но это не мешает опуститься и пофотиться. Вот, видите, тут бывает отлив. Здесь вообще такой песочек. Сейчас прилив. Ну, давайте дальше прогуляемся. С такими дорожками, закоулками. Сейчас мы прогуляемся по всему пляжу, и у вас полная картина будет. По променаду я уже не пошел. Я его просто показал, вы видели, что можно по променаду прогуляться. Можно просто вдоль пляжа. Вон там тоже зонтики. Они вообще отдельно стоят. Можно уединиться, и практически вас видно не будет. Ну, практически, не увлекайтесь, конечно. И смотрите, тут всякие алоэ типа какое-то. Вот немножко в сторону уйду. Вот такое место. Ну, давайте дальше. Вот мы подошли уже к третьему понтону. О, народ уже есть. Здесь народу, кстати, всегда меньше всего. Сейчас покажу любимое место наше. Вот оно. Вот такое на возвышенности уединение. И за спиной есть такого типа ротанга лежачки. Смотрите, какие они прикольные. Вон можно на травке балдеть. Основное там, конечно, на песке, но вот кое-что есть на травке. Давайте сюда на понтон сходим. Я повторюсь, здесь загорожено все. Есть такая просмотровая площадка. Тут тоже можно постоять, пофотиться. Ну, давайте сейчас спустимся. Как злостные нарушители. Переступили и пошли. Когда плаваешь, тут, кстати, особо тебе не свистят. Ну, снова понтон, если он увидит. Ну, он сделает вид, что не увидел, скорее всего. Потому что тут свисти, ничего не поможет. Тоже стеклянные такие просмотровые квадратные штуковины. Не знаю, как их даже правильно обозвать. И вот риф. Вон народ уже балдеет в воде. Спуски здесь, кстати, очень удобные. Вот с этой стороны спуск. Стрёмный в том плане, что там постоянно вошкается рыбохирург. А она защищает свою территорию, она может наброситься и как бритвой своим плавником черкануть. Поэтому тоже в этом плане аккуратно. Вот просмотровая площадка с этого боку. Это уже соседние понтоны с соседнего пляжа. И вон какие шатры тоже стоят. Видите, какое разнообразие. И цветы, пальмы. Все сделано добротно. Ну, давайте до финиша сейчас доведу и покажу. На обратном пути зарубим бар. Он
требует особого внимания. Вот эти шатры, по идее, в нормальное время вроде должны быть платные. Я не знаю, не уверен. Но сейчас как бы здесь вообще никого нет. Поэтому ложись где хочешь, твори что хочешь. Вот уже к финишу подходим. Так, вот здесь вообще такой уютный закоулок. Отдельный. Ну, скажем, для небольшой узбекской семьи вполне себе. Ну и шезлонги по мере необходимости вытаскивают, раскладывают. Ну, повторюсь, на этом пляже я буквально пару раз видел человека, который там что-то достает, потому что тут шезлонгов и так хватает. Людей, повторюсь, здесь немного. Именно в этом крыле. Все как-то ближе к центру, там весь тусняк. А ну вот, давайте к бару сейчас поднимусь. Бар этот не работает пока. Как бы в нем нет необходимости. Ни для кого тут работать. Вот в таком стиле сделан. Туалет сразу. Вот смотрите, какие ландшафтные идеи. Берите на вооружение, у кого дача есть. Такие качельки прикольные. В общем, это бар, чтобы посидеть здесь. Тут уже все в пыли здесь. Просто давно никого не было. Вот, мы уже вернулись опять к этим ротангам. В общем, когда ходите, реально идете и балдеете. Ящериц здесь немерено. Причем всех цветов радуги. Полосатые, в клеточку, в линеечку, какие угодно. Вот, быстро так пробежался, немного запыхался. Но зато у вас теперь картина есть примерно, как это все выглядит. А, сейчас еще покажу место для фоточек. Ну, вот здесь любят фотографироваться. И вот возле этого дерева, возле цветочков. Можно придумать себе композицию. Вот вернулись опять к моему любимому месту. Вон такой пятачок на возвышении стоит. Все, считаю, на этом обзор можно закончить. Ну, единственное, давайте, ладно, сейчас выйду на променад. Можно вот реально вечерами или ранним утром прогуляться, чтобы эта жара спадет. Сейчас хоть август месяц, вот первые два дня вообще помереть можно было от жары. Сейчас очень даже все комфортно, ветерочек обдувает, и даже ночью нет такой жары. Вот он, променад. О, длиннющий. И давайте еще поближе подойдем. Смотрите, какие цветы. Они тут везде. Все сделано очень со вкусом. Ну, длинный, кажется, длинный-длинный, но вроде даже быстро пробежались. Что вот это первый корпус, это вот самый удачный первый и второй корпус, они вдоль береговой линии. Так что смотрите, запоминайте. И вот эти мне нравится, травка такая интересная. Смотрите, какая пушистая. Вот возле третьего понтона есть такой, такая зона интересная. Жена здесь любит побродить, пофотографироваться. Смотрите, маленькая пальмочка. На ней уже финики вовсю. Прям грозди такие. Но очень аккуратно, острые листья. Поэтому тут без фанатизма. Интересное решение в плане ландшафта. Такие розовые цветы и белые. Я думал, это такой сорт. Какой-то смешанный, а их просто грамотно переплели, что даже не поймешь, это один куст такой с разными цветами или их два. Но это два куста, я так уже посмотрел. Вот отдельно здесь красненькие идут,
отдельно беленькие, но они так переплетаются, смешиваются, такое чувство, что это единый куст. Здесь, кстати, тренажерный зал. Когда он работает, здесь шторки эти подняты, там все видно, что происходит, как бегают народ по беговым дорожкам, по ступенькам лень ходить на лифте, ездят, точнее на эскалаторе. Но по беговым дорожкам не лень. Ну вот еще вдоль набережной немножко так, смотрите. Есть где глазу зацепиться. Красотень.